Ребята, приветствую вас на канале MrBoss. Мы сегодня с вами продолжаем прохождение карта Дача в SnowRunner. Да, у нас там уже какая-то четвертая, наверное, серия. И мы сегодня с вами хочу сделать обвал на горе, хочу сделать, скорее всего, этот ремонт восточного моста. То есть вот такими, лес еще довести, там один завал на тропе разобрать. Ну, планов, конечно, много, да. Но как у нас получится по факту, не знаю. Загрузил с запасом еще. Нам необходимо там одну балку на завал, одну балку на мост. А две вроде бы, кстати, потом на завод. Ну-ка, если мне память не изменяет, давайте мы сразу это с вами проверим. Ремонт, переправа на завод, ремонт восточного. Жди, или это районная администрация? Запуск завода. Да, и две металлических балки нужно будет как раз туда. Отлично. Отлично, выезжаем. Так что мы сейчас, да, по одной балке скинем на обвал тропы. Если мы, конечно, здесь не перевернемся. Я просто что-то, наверное, загрузился как-то, как будто бы с лихвой, да? У нас одна балка на обвал камней, короче, уходит. Одна балка на мост и две, видать, вот как раз на завод. И заодно я две доски взял на мост, чтобы нам не тратить доски, которые у нас оказались в этом есть. Так, сейчас, подождите, вот этот маневр надо выполнить аккуратненько. Да что ты будешь делать, а? Да ладно, завелись. И заглохли сразу. Ах ты ж, елки-моталки, ну как так-то? Как я так упал вообще на ровном месте, да, что-то вот, и лебедка еще схватилась за какую-то фигню. Ладно, поехали спасать. Так вот, я и говорю, планов громадье, да, а что у нас получится? Я, честно говоря, даже и не знаю. Ну, сейчас попробуем поднять. Так вот, доски эти, я просто хочу их отсюда вывести. Я их здесь взял на лесопилке. Вот в этом месте. Кстати, а я почему поехал там? Я же мог, наверное, даже вообще по этим рельсам приехать. Или они все равно там, да, они все равно вот здесь соединяются. Так вот. И доски не стал я брать на складе. Они там всего лишь единственные две доски, да? И я решил, так как здесь за балками заезжал, думаю, дай-ка я их сверху заодно загружу. И смотрите, видите, он какой пейстар. Ну, стал валки сам по себе, конечно, еще тоже. Ну и плюс ко всему здесь, конечно, дорога не ахти. А я не знаю, у нас силенок-то хватит поднять его. Мы здесь сами, скорее всего, перевернемся даже, да, я думаю. Давайте попробуем. А он даже у меня там лебедку ни за что не... А как так? Может, нам его просто подтолкнуть немножко, типа в бочину, и он у нас даже здесь встанет, а? Вот так, смотри. Мы же прям так... Слушай, ну двигает вообще легко. На удивление причем, да? Ага, все, больше не... Слушай, ну мы как будто бы сейчас... Да-да-да-да-да, видите, мы приподняли машину. Тихо. Что такое? Почему лебедку ни за что не берет? Слушайте, он мне не показывает точки зацепа почему-то. Я не знаю, может, что-то, конечно, багануло. Так, мы себя чуть-чуть приподняли. Я бы сейчас, понимаете, я бы сейчас перехватился, а он, видите, точку-то никакую не видит. Может, мне... Видишь, у меня как зацепился, не ахти. Так, подожди, включаем блок дифа. Вот сейчас мы как надо взялись. И как надо сюда спокойно выезжаем. Отлично, ребят. Мы на колесах.
Слушай, ну что-то у меня какой-то как будто бы, да? Как будто бы какой-то баг произошел, и лучше всего нам типа этот. Так, выдвинуть, убрать опоры. Как будто бы даже лучше перезайти, я не знаю. Вот, видите? Он не цепляет. Подождите, перезапуск. Во, перезапустил игру. Все у нас здесь появилось. Сейчас быстренько доски эти закинем сюда наверх. Куда-то они мне были прям нужны, ребят. На мост-то я помню, да, но я куда-то их еще хотел. Вот, одну скинули сюда, режим крана, и забираем. И забираем вот эту вторую доску. Она меня не перевесит ли? Как будто бы, да? Слушай, а почему ему так тяжело ее поднять? Либо она как-то там упирается куда-то. Вот, и ее укладываем сюда. Нам здесь проехать всего ничего, ребята. Почему я и решил в таком исполнении рвануть. Так, мы еще сейчас с вами на всякий случай давайте подстрахуемся. Во, здесь подключим блок дифа. Все, и нам сейчас надо вот в этот ручей типа спрыгнуть. У нас 94 литра всего. У меня там джип стоит с топливом. А, вроде у меня здесь еще есть бак, да? Должен вроде... Да-да-да, вон что-то вроде бы вижу. С двух сторон, да, и вроде мы как раз с него и заправлялись. А там уже с джипа. И я еще, знаете, что подготовил? Помните, у нас был такой чудо-геленваген, который, как мы выяснили, действительно чудо. Просто есть, ребята, некоторые такие карты. Так, стоямба. Нам надо немножко здесь выровняться. А вот как здесь, например, на этой карте, топливная станция недоступна, чтобы вы понимали. Недоступна и все. Нету топливной станции. Чтобы ее открыть, там нужно овер-овер много всего выполнить необходимо. Так, спокойно. Сейчас, подождите, я что-то прям волнуюсь. Конечно, когда я иду от первого лица, это страшнее, но это так классно, ребята. Такое ощущение, что ты вот прям сам двигаешься на опыте такой, знаешь, чисто. Все, опыт хватит. Надо здесь доехать, потому что здесь, если утонем... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сильный наклон. Вот, нам осталось вот здесь сейчас выбраться. Вот здесь выбраться и по сути... Вот там у нас завал, вон где вышка... А, нет, не эта вышка, на другую нам надо. Так вот. И у нас откроется сейчас еще одна дополнительная дорога. На карте я сейчас сидел, просматривал задание, карту повышенную. Все, поехали. И у нас всего пока на карте находится два кирпича. Их можно, эти два кирпича, использовать либо для создания... Либо для создания этого, для открытия топливной станции. Либо для открытия металлозавода. Топливная станция, я думаю, нам не так важна в том плане, что у нас есть геленваген с вами, да? В котором очень много топлива. Я его сейчас из гаража выгнал, и сейчас мы его это подгоним и будем пока использовать... Ну, грубо говоря, за место там заправки, да? Так, вот сюда мы заезжаем. И вот, ребята, у нас последний заезд. Вот здесь сейчас главное не торопиться. Потому что меня что-то здесь прям, смотрите, как его, да, покачивать начало. У меня здесь джипик, конечно, есть. Но такую махину... Там-то мы за деревья... Уцеплялись. А здесь-то и дерева сейчас нет. Придется просто, чтобы такого поистара поднять. Придется гнать что-то прям действительно такой же поистар. Вон у нас, смотрите, да? Джип загнали. В нем еще вроде бы была топка. Ну, я бы, может быть, даже с джипа и не тратил. Потому что мне не нравится. Мне не нравится... Как ездит поистар. Да, он с краном.
Это здорово, но мне не нравится. Так, надо с грязи уехать здесь. Слушай, мы падаем здесь. Тут валка очень. Подожди, бок он не достает туда? Не достает, но давайте закинем перед. Слушай, давай сразу заправимся с него. Заправить, понимаешь... Вот так. Вы видите, он уже валится у нас здесь. Вот, я сейчас сюда сразу морду подтащим. Так, и теперь нам необходимо перехватиться. Вот так. Не сломает же дерево? Ну, гнет он его жестко. Надеюсь, что не сломает. Во-о-о. Смотри, как валит. Меня сейчас чисто спасает лебедка. Я уверен, что она его в натяге как раз и держит здесь. Ну, я не знаю. Давай вот так перехватимся вот здесь, да? Ну, хотя вроде уже стоит ровно. Да, все. Так, ребята, ну мы на подъезде. Слушайте, а я балку-то распаковал нижнюю, когда мы упали. Ну, мы сейчас поднимем этот наверх и запакуем снизу балку эту. Да-да-да, мы ж когда упали, мы с вами распаковали все это дело. Вот, и я сейчас отсюда лучше топливо потрачу. Пейстар, конечно, хорошо с краном едет. И даже, я думаю, наверное, он будет поустойчивее таксы. Который тоже может с краном, но как-то он мне кажется прям таким валким, ребят. Так и есть, что. Ну, зато мы сейчас сразу отсюда 4 балки вывезли. И плюс я когда сюда за балками поехал, мы же склад с вами открыли, я уж это не стал записывать. Я знаете, что сделал? Расходники завез там по пути, где ехал. Просто завез все эти расходники. Это мы за куст взялись, прикинь. Сейчас бы поехал, потянулся. Вот, вот это за дерево. Давай сюда. Я и думаю, а что мне не рисуется, да? Так, нам нужно перехватываться, ребят. И сейчас за верхнее дерево. Да, слушай, вот эта дорога интересная с таким грузом. Напомнила мне немножко что-то из Мудранера. Вот. Так, забрались сюда. Теперь, смотрите. Кто не видел, кто не знает. Lift Controls... А что там забывает такое, нифига себе. Поднимаем это дело наверх. Упаковываем нижний ряд. Упаковать, да. А, теперь. Lift Controls и... Слушай, да, какой ветер дует тут, слышите это? Это же не у меня на улице, да? Вот, и сейчас нам... Блин, здесь еще так надо это... Зловчиться подъехать сюда как следует сразу. Давай, родной, наверх. Слева не хватает дерева, есть что подстраховаться. И вот эту мы сейчас дорогу с вами откроем здесь. Надеюсь, мы, кстати, проедем там. Аллилуйя! Ребята, мы это сделали. Мы это сделали. Так, первый завал у нас расчищен. Проезжаем дальше. Слушай-ка, я по высоте-то здесь пройду. Будет обидно. Знаешь, что здесь не пройдет по высоте? По шлангокабелям. Здесь не провезешь. Мне же надо будет везти еще сейчас шлангокабель.
А как мне сейчас это запаковать-то? А, слушай, я сейчас просто это вот так опущу вниз, и он сдвинет у нас этот ящичек как надо, в принципе, да? Не, не как надо. Подожди, он один-то вроде как поставил. Вот же ж зараза, да? Так я хотел провести доски. Так хотелось реально провести доски. Ну ладно, они у меня здесь одна, по крайней мере, есть. Слушай, а я что, до нее вообще никак не дотянусь? Ты хочешь сказать? Так-то смотри, да? Режим крана. Подожди, может быть, мы сейчас здесь аккуратненько ее зацепим? Да? Да. Сюда протащим. Вы слышите, как тут ветер гуляет? Прикольно, да? Звуки эти. Так, мы кладем его сюда. Слушай, а лесовоз-то у меня тут проедет? Я-то тут хотел еще на лесовозе поехать. Восстановить стрелу. Слушайте, а лесовоз-то тут, походу, и не пройдет, ребята. Да, слушай, мы ее так и так, короче, походу, потеряем. Мы ее, походу, так и так потеряем. Я просто думаю, мне как-то ее запаковать бы, что ли. Вот как-то зажать. Ну и как-то надеюсь, что вот здесь уже проберемся. Просто сейчас это вот как раз у нас сейчас задание пойдет на этот. Где? Ремонт восточного моста, смотрите. Следить. Одна балка, две доски, видите, чтобы не возвращаться потом сюда. И у меня сразу с собой и балка есть. Ой, тут такой наклон. Здесь, конечно, можно вообще спрыгнуть. Нет, наверное, все-таки не на этой машине. Но я лебедкой не смогу воспользоваться. Слушай, я реально, я там на автономке не проеду с бревнами, да? А я сейчас хотел еще бревна повести на завал. Смотри, там типа под ловушку похоже что-то. Слушаем, я сейчас без лебедки. Это очень опасно, ребят. А вот здесь точно завалился бы. Блин, меня смутило то, что это... Там такой завал. Ладно, с большим прицепом. Но я там даже на автономке не проеду, скорее всего. Блок дифа. Это мне надо будет... Быстро отключить лебедку и за что-то хвататься, если что. Если у меня какой-то сейчас будет завал, да? А я так не смогу. Я так не приучен. Мы с расстановочкой спокойно все делаем. Блин, топливо 44 литра. Ну, здесь уже мы рядышком. Ладно, здесь... Даже если у нас... Доска, например, и выпадет, да, мы тут реально уже прям рядышком с мостом. Большую часть, гораздо большую часть пути мы проехали. А вот здесь-то мы еще не катались. Я там в горку-то на джипе забирался, справа, через леса. А сюда-то мы не ездили. Но я, видите, сейчас пониженную включил.
чтобы не рисковать. Ой, сейчас опасно было. Чтобы вот так спокойно, с расстановочкой. Надеюсь, здесь никакого завала нету. Вон уже вижу дорогу, уже у нас стрелочка рисуется, куда нам с вами ехать. Так, подождите, назад надо немножко здесь подсдать. И опять вперед. Такая для нашего автомобиля не совсем подходящая дорога, я вам скажу. Очень узкая, с наклонами. Но мы, походу, это сделали, да? Вот, я сейчас здесь хотел две автономки вести. У меня стоят готовые машины со средними бревнами одна и с короткими другая. И уже сомневаюсь. Что мы тут проедем? Можно, конечно, долететь, глянуть, если быстро проедет. Литров. Надо заправиться. У нас же еще оставалось, да? Там немножечко прям заправить. Да, еще 100 литров, супер. Все, все слили. А там меня уже будет ждать Мерседес, ребята. Там уже Мерседес. Сейчас мы еще одну балку, короче, загружаем. Вот у меня, видите, смотрите, Зетр стоит со средними бревнами. И тот степ, который здесь на карте был. Так, мне только, возможно, сейчас придется доски скинуть, чтобы у меня груз сдался. Вот у нас... А, блин, а я перезаходил, да, и у меня мост собрался этот. Видите, который был-то. Так, управление грузом, балка, готово. И сейчас нам нужно упаковать... подождите. Нам нужно сейчас упаковать две доски. Для этого мы одну сейчас вот эту вытащим, балку, чтобы она нам не мешала. Доски скинем. И потом уже... соответственно, закинем эту балку. Так, а что они у нас здесь не хотят-то? О! Упакуются сейчас? Да, отлично. Так, сдаем, братцы. Раз. Ну что? На 4-й серии мы наконец-то восстановили с вами восточный мост, ребята. Готово. Эти две балки нам понадобятся на завод, как я вам уже говорил. Слушайте, ну вот не знаю, либо топливную станцию делать, либо завод. Вот это реально вопрос. У меня всего два кирпича пока. Пока что я видел, всего два кирпича. Так, он у нас повернет здесь. Мне нужно же ее сюда упаковать каким-то чудом. Я прям не знаю даже, что мне лучше сделать. Во. Так, распаковать, упаковать. Заглушить. Смотрите, значит, что я хотел вам показать. Завал в лесу. Вот я сюда, мне надо отвезти одно среднее бревно. Видите, одно среднее бревно осталось, и у меня как раз Мерседес загружен. Вот я не знаю, пройду я здесь. Просто если не пройду по высоте, я ж нигде там и не объеду, да? И не спрыгну. Нам бы вот это, конечно, сделать, дорогу. Так вот, смотрите. Запуск завода металлических изделий. Две балки у меня есть. Два кирпича вот взять, ерунда. Бочки с химикатами тоже известно где. 3-2. Потом провести здоровенный шлангокабель и промышленный водонагреватель. Мы откроем с вами завод металлических изделий. Либо в поручении есть топливо. Нет, не топливо для... Ремонт АЗС.
тоже два кирпича, а других-то у нас кирпичей нема, понимаете? То есть я могу сейчас задействовать эти два. Но здесь мы что откроем? Доступ на склад, где, скорее всего, будет просто топливо лежать, и все. Бревна я уже скинул, расходники, ну, они прям вот рядом лежат, расходники не проблема скинуть. Вот и не знаешь, что лучше сделать, ремонт АЗС. Либо куда нам надо посмотреть, понадобится топливо. А топливо только вот получается. Здесь услуги заправки будут доступны. Понимаешь, вот здесь, на этой стороне. Услуг заправки. Склад никакой не появится. Больше топлива я не видел, чтобы куда-то нам надо было. Ну вот, наверное, нефтегаз. И то здесь нету его, понимаете? Поэтому реально не знаю. Просто не знаю, что нам сделать. Поехали, прокатимся на лесовозе. У меня готово есть Zetras. Хочу доехать. Так, а у меня что на нем, кстати? Степ мы потом дозаправим. Big Tool 120 литров. Отлично, ладно. Поехали, если, ну, не будет проезда, ну что ж делать? Или объехать лучше? Если объехать, я могу с собой степ взять тогда. Видите, по высоте как? Пройдем мы там, не пройдем. Поехали посмотрим, ладно. Будь что будет. Завал в лесу нам необходимо сделать. Средние бревна один. Со степа-то бревна это, если что, просто мы там ворон откроем. А, ну может быть какие-то дополнительные задания еще откроем. Закат, да, красивый, ребят, смотрите, как небо там вообще. Красота. Вот, либо мне сейчас вот сюда в объезд направо, либо все-таки, ну давайте попробуем. Включаем диф. У нас тем более здесь такой подъем крутой. И на горочку. Тихо, нам сейчас здесь еще не хватало завалиться. На горочку раз. Но это Zetras. А, смотри, да, на пониженной. Ну, он прям здесь хорошо идет. И у нас еще магазин прицепов надо построить. Но там тоже есть проблема. Пока мы, видимо, тот завал не сделаем. Вот этот, куда я сейчас везу. Мы с вами никуда и не доберемся. Потому что там нужно нам, по идее, бетонные что-то производить. Везде плиты. Вот такое все. А плиты производить. Песок нужен. Где песок, тоже пока непонятно. Короче, у меня... На этой карте реально пока на самом деле вопросов гораздо больше, чем у нас есть ответов. Слышите, да, звук радиации? Знак стоит, он радиация. Прикольно, да, вот эта фишка? А машина, интересно, ломается? В звуках вот в этих, ну, в зоне радиации. Урон идет? Нет. Такое ощущение, что раньше как будто бы шел урон, да? А, знаете, где это шел? Это, наверное, в Спинтайрсе на карте Чернобыль. Такое что-то я сейчас припоминаю. Урон шел машине, если ты въезжал в какую-то такую локацию. Так, что-то мне здесь наклончик этот. А, ну, в принципе, терпимый. Сейчас вот самое главное по высоте. Слушай, да проходит. Вообще отлично. Да, здесь, значит, не пройдет большой прицеп со шланга кабелем. А это вся... А это вся техника спокойно проезжает. Так, тихо. Тут какой-то такой наклончик прям. 60 литров. Да ладно, пускай стоит. У меня еще 120 с собой есть. Нам эту ремку там на грузовик надо будет оставить. Если я все-таки короткие бревна повезу. Слушай, а этот кран цепляет с собой, интересно? Он может зацепить груз? Я ж отсюда могу вывести груз какой-то, по идее, не? Вот там было что-то три топлива, да? Что-то химиката. И склад был указан какой. Я могу заехать на этот склад
в автономку загрузить. Надо будет сейчас этот, по пути, где у нас что есть, какой груз. Вот, вот этот завал, конечно, если мы разобрали бы, это вообще нам, но он, походу, разберется только в самом-самом конце, ребята, игры, такое ощущение. Этой карты. Слушай, как красиво, посмотрите, ребята, а? Игра красивая, да? Как думаете? Вот этот мост, здесь явно его не хватает, вот сейчас спереди. И я так понимаю, у него вообще задания нету, что он починится, вот этот мост. Здесь у нас топливный стоит, цистерн. Я... Блин! А я сюда не доставлю тот. Я бы привез сюда мост, разложил бы его здесь. Вот здесь прям. Вот туда. И у нас бы была здесь дорога. Я бы привез, который от РНГ есть мост. Но он в магазине прицепов делается. Слушайте, надо будет подумать. Может быть, что-нибудь это. Ну, магазин прицепов мы не откроем, а тот здоровый. Да не, а где я проеду-то? На здоровом том. Я реально нигде не проберусь. Ну, подключаем див. Чувствуем, что ему здесь тяжеловато становится. Мы вроде бы здесь сейчас будем мимо лесопилки ехать. Я к тому, что там бревна будут лежать. Так, вот здесь мы уже один раз завалились. А у нас и кран есть, и такой есть кран. И с нами есть кран. Просто я помню, что на каком-то вроде бы моде он цепляет и бревна, и груз. Но вроде это было от РСК. А это у меня автономка. К сожалению, наверное, не от него, что-то мне так кажется. Так, смотрите, средние бревна и вот лесопилка, средние бревна сюда. Давайте мы по-любому, ребята, заедем, заберем. Значит, сейчас сюда, 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 проверим. И потом едем, открываем завал туда. Слушайте, а, у нас цистерна как раз здесь, мы на этой цистерне и сами заправимся, и у нас там колоб стоит. А чё от колоба толку? Нам топлива нужно будет много, я сейчас вспомнил, для генератора. У нас причем даже где-то вроде есть генератор, нам как раз гелик, там что-то 500 литров одна деталь, что ли, изготавливается, да, мы тогда с вами... Такое ощущение, что перелазили, смотрели. Так, давайте сделаем рассвет. Красота, конечно, но я думаю, что картинка, наверное... У вас темно будет на экранах, почему-то, мне кажется. У меня там прям на Монике шикарно. А на экранах не знаю, как это будет смотреться. Вот, я сейчас хочу проверить здесь доски. О, у нас тут еще прицеп подсредний стоял. Заезжаем. Управление грузом. Загрузка платформы. Так, подъезжаем. Режим крана. Блин, нету точки у него. У него нету точки. Жаль. Восстановить стрелу. Значит, у нас эта машина... Значит, у нас эта машина в один конец. Забирает... Ну, скидываем бревна и все. Ну, топливо я с нее солью. В цистерну, в ту маленькую. Что, ну, а как я еще могу? Куда? Ремка в нем, может быть, есть. Так, здесь нам сейчас аккуратно. Здесь что-то какие-то кочки прям.
Пловдива. И лучше неспешно мы его так себя ограничим. Да, и та цистерна нам как раз для генератора пойдет. Так у нас и генератора-то здесь, это вообще его нигде нет. Он вроде бы где-то я его... Друзья, где же я его... Такое ощущение, что я его где-то видел. Но как будто бы очень-очень далеко. Смотри, не заехал. Подъем, видать, высоковатый. Вот, ребята, вот этот завал мы с вами тоже сделали, и это на самом деле очень круто. В этом мы с вами молодцы, во. А, у нас здесь вот ремка есть, разгрузить. Поручение выполнено, смотрите. У нас тут есть, да, прям ремешный прицеп же мы кидали. Так, нам надо, ну, его для начала вот так отодвинуть. Отодвинуть. Поставить на колеса. Отлично. Пусть стоит. Да. Топливо у нас, значит, готово. Заезд на этот завод у нас уже есть. Вот, видите, место для генератора. Я место, по крайней мере, видел для генератора. И вот оно как... Смотрите, видите, что пишется? Что приготовить два бетонных блока, один цемент, один песок, 550 литров топлива. Что приготовить плиту, 350 литров. То есть, ну, топлива надо будет очень много. Ну, прям очень много. А здесь у нас... Я даже не знаю. Вот у нас стоит колоб, а смысл от него... Я его могу и просто тпшнуть в гараж. Смысл от него здесь, да? Седлом он высоким. Ну а смысл? А, забрать отсюда сразу вот этот прицеп и поехать на колобе. Полуприцеп широкой платформы. Там какое-то задание, да? Что-то надо было отвезти. Даже не его, а что-то, в общем... Ну что-то надо будет. Слушай, давай оставим его здесь. Давай оставим. Так, это сделали задание, отлично. Вот, восстановление магазина прицепов, два песка. Нам неизвестно, где брать песок. Понимаете? Бетонные плиты нужно делать. А, слушай, а где мы видели... А, вот он, генератор на этой стороне карты. Я, конечно, могу сесть в Азов, забрать, например, генератор, вывести. Но я туда всю ночь сейчас повезу скоро балки. Тогда и вывезем, да? Старый грузовик, видишь, вот у меня короткие бревна, уже машина стоит груженная. Но я отремонтирую. Награда просто этот ворон. То есть он нам вообще не горит. От слова совсем. Ну давайте, знаете, что сделаем? Слушайте, я все-таки, наверное, за завод. Да? Я могу, конечно, вот кирпичи, видите, у меня вот здесь. Сюда доставить, но у нас доступ на склад, мне кажется, там только топливо будет. И услуги заправки. Но у нас заправка вот стоит. Видите, в нем есть ремка. И топка должна быть столько же, наверное. Поехали! Реально, надо восстановить завод. Здесь, конечно, вот металл для изготовления добраться до заброшенного оборудования. Что? Мы еще туда с вами сейчас съездим, ребята. Поехали, сначала съездим, реально, а потом уже все остальное. Вот у нас есть джип, я что-то даже не видел. Куда ты? Куда ты? Я что-то даже не видел там локацию. И у нас здесь джип есть. Мы сейчас как раз с вами... Там видели, чтобы там типа что-то сработало? Нужна это... Ныряльщик какой-то. Так, нам нужно заехать на мост. Ох, да. Джип классный, ребят. Подрывает как, а?
Подвесочка мягонько работает. Ремочка тоже есть. Стопочка есть. Так, вот сюда нам походу. Смотри, как он четкий. А как нам, интересно, длинные бревна отвезти? Ай-яй-яй-яй-яй, ты что это так делаешь? Длинные бревна нам как доставить? Нам по-любому надо будет магазин прицепов как-то открывать. Хм, с плитами. Песок неизвестно где. Вот, видимо, съезд. Я его в тот раз, скорее всего, не заметил. Слушай, вот это классно он придумал, да, запрятал здесь. И что у нас здесь? А, запретная зона. Ну, то есть нас здесь ждут. Да? Нам тут рады. БТР. Новая машина обнаружена. О, а мы проедем под шлагбаумом? Не, не, не. Была бы подвеска пониже, возможно, и пробрались бы. Так, а что у него есть? Пересесть. Топлива очень мало. Давай его заправим топливом. Я думаю, он нам, возможно, пригодится. Слушай, а у нас топлива-то не так уж много. Ну вот соточку вольем. Пересесть обратно. Смотрите, значит, здесь задание. Там какой-то у нас, видимо, завод. И чтобы здесь у нас что-то сработало... А где это мы видели такое задание? Вот. Да? Разыскать пенсионера в охотничьем домике? Что? Блин, а у нас здесь машины нету, да, никакой? Хан? Чё за хан? А, в хан сесть нельзя. Слушать? Ну, оно все равно пока закрыто. Разыскать пенсионера. Выполнить ремонт водопровода. Что, чтобы он открылся? Чё надо? Ремонт водопровода? А где он? Это в поручениях, да? Нет, ремонт. А где такой? Металл для... Выполнить ныряльщик. А, вот, ремонт водопровода. Большая труба. Нужно сделать новые трансформаторы. Чтобы сделать трансформаторы... Необходим запуск завода металлических. Да, его, короче, ребята, следить. Ну, давайте в этой серии отвезем две балки туда. А потом уже бочки с химикатами, три шланга, кабель потащим на этом. Ой, красота будет, да? Восстановить стрелу. Груз у нас упакован. Заодно посмотрим сейчас, как здесь Paystar проедет с этими двумя балками. А там у нас, получается, будет 5 грузов. Опа, нам нужно заправиться. Нам нужно заправиться, и вот у нас стоит наш дружочек, ребята. Смотри, стоит недовольный, что-то там, да, дымится весь. Заправить. Во. Давай так заправим, и... И канистру заправим. Так вот, смотрите, мы сейчас отвезем туда две балки... Два кирпича, три бочки с химикатами. На 5 очков нам что-то надо будет. А, ну я смогу взять не вот такой на 4, а 3-3. Да, 3-3 поставим тогда. И мы там еще что-то заодно с вами захватим. Ну, поехали, посмотрим, как Paystar у нас сейчас здесь будет спрыгивать, как он здесь себя будет чувствовать. Две балки мы отвезем. Генератор, возможно, кстати, захватим, да? Ну да, мы по-другому нигде не возьмем его. Ох, тут грязненько прям. К столбу тащится так же, как к кусту тащился. Слушай, какой он классный внутри все-таки, а? Здесь еще страшно так боком-то заходить, да?
Лучше все-таки по центру, наверное, проехаться. Он махина. Ну, смотри, как у него фары запрятаны прям там в глубине, да? С одной стороны, там, конечно, своя жизнь может происходить. И даже гнезда может кто-то здесь свить. И грязь там может налетать туда внутрь, я не знаю, как-то. Фиг знает, а почему так сделали? Мне казалось, что они должны, наоборот, быть такие открытые всегда. Вот, нам надо... Аккуратненько, ребята, спрыгну. Слушай, ну у нас 5 осей, я думаю, спрыгнем. Так, груз распаковался, не беда. Блин, может быть, я и зря так сделал. Подожди, а если мы сейчас чуть-чуть задницу приподнимем? Задницу типа приподнимем. Блин, что-то я сам себе, да, здесь придумал. Вот, чтобы у меня передние колеса оторвались. Во. Во. Так, а вперед мы за пенько. За пенек. Эх, немножко не хватает, смотрите. Прям вообще милиписечку. Ну, смотри, смотри, как у нас центральные колеса. А у нас есть что-нибудь этот? Нету, я думал, типа, ось поднять, опустить. Так. Тема рабочая, я вам серьезно говорю, тема рабочая. Смотри. Или не рабочая. И назад уже сейчас, да, как залезть. Да. Да. Да, родной. А? Это Пейстар. Блин, я прям на пенек заехал. Надо с него как-то еще... Во-во-во-во-во-во. На пенек сел, косарь должен нормально, пролазим вроде. А вот здесь у нас сейчас будет прям грязновато. Я на нем отсюда генератор, наверное, не вывезу. Разве что генератор внутрь погрузить. Слушай, ну хотя тяжко, но ползет. Такой, знаешь, задумывается, но едет, тем не менее. И вообще прям кренит жестко, да? Смотри. Мы сейчас зеркалом там будем грязь касаться. Ну, намазюкал он здесь. Вот для этого, да, нужны длинные бревна. И мы бы ездили по берегу. Ну, а как мы магазин прицепов откроем? Замудрено. Замудрено. Если кто не понял с первого раза, я вам хочу сказать, что здесь очень запутано с заданиями. Опа, спокойно. Смотри, вообще мы не можем здесь ехать. Опа, вот это хорошо. Чисто вперед себя подтянуть. Нет, мы вообще здесь застряли. Надо прям с грязи как-то себя вот отсюда сорвать. Я генератор на нем точно не вывезу. Сейчас надо посмотреть, что нам нужно сделать для этого. О, подожди, у нас же еще упаковать груз. Я забыл, мы же с вами сейчас, когда спрыгивали, он, может, с упакованным, да, будет идти даже полегче. Не, я вообще не... И это я сейчас здесь еду первый раз по этой дороге, понимаете? Он уже отсюда с ним просто не выйдет. Либо я вот на Арктике у меня там стоит. Поехать можно будет. Так, куда нам разгрузить?
Запуск завода металлических изделий. Я, может, отсюда топливо, кстати, в Арктику реально солью. А если я мост сюда привезу? За место бревен, короче, а? Так, балки скинули, подожди. Мне прям стало интересно. Я вот эту Арктику, я могу ее спокойно тпшнуть. Слушай, а этот я пейстар оставлю здесь. Мы ж потом отсюда, скорее всего, что-то вывозить будем с этого завода. А? Как вы думаете? А Арктика как раз... У нас есть что вывезет отсюда генератор, да? Где пересесть? Что у нас в ней? А, она еще и с полным баком стоит. Слушайте, вот же у нас мост, смотри. Где? Вот там надо строить переправу. Мне надо как-то вот этот мост вот сюда спустить. Я не знаю как. Снизу-то он вот здесь идет дорога. Ну, я не знаю, мы там по ширине уберемся. У нас вот она, видите, с гаража, типа, вот здесь официально идет дорога. О, смотри, здесь машина стоит какая-то. Идет официальная дорога. А я здесь могу либо спрыгнуть вниз. Либо... Либо проехать официальной дорогой. Не? Ну да, здесь я как спрыгну-то? Я спрыгну, а если я перевернусь, то мы уже и на колеса не встанем. По горе это и мы не проедем. А там по грязи, как он пойдет. Слушай, ну можем прокатиться, конечно, посмотреть. Подожди, а я же... Ребята, я же вот мост привозил. Сюда я забыл. Блин, я и сразу мог сейчас здесь проехать. Смотри, тихо, вот сюда ставим, восстановить стрелу. Как он у нас вообще здесь будет? Блин, я вообще про него забыл. Ну, слушай, здесь у нас сейчас наклон стоит такой. Надо однозначно проехать чуть-чуть вперед, чтобы он у нас вырвал. Да, я вообще про него забыл. Я же вот здесь мост ставил. Режим крана. Он же у нас типа там раскроется. Здесь же не страшно, что он уходит под воду. Он же все равно пока двигается. Смотри. Блин, я забыл про него. Смотрите. Поднялись. Раскрываем теперь, да? Выдвинуть опоры. Вот у нас здесь положится она хорошо. Вот там самое главное. Она типа раз раскрывается, два раскрывается. Слушайте, я забыл, я же сюда привез. Я даже могу его, наверное, и вот на тот перевести, типа. Теперь берем этот КамАЗ. А где у нас генератор? Ага, с другой стороны. Берем КамАЗ. Сейчас проверим, как это заодно работает. Попробуем мост хотя бы переехать на нем. Потому что с гаража-то я потом возьму сразу машину, чтобы нам и генератор туда отвезти, и оттуда загрузиться товаром. Нам что, это Арктика, не пришей, не простегни. И надо будет брать 3, чтобы вез очка с собой. 3 очка и кран. Что у нас так может взять? 3 экрана. Кстати, 73-210, скорее всего, да? У него, конечно, балкон. Ну, возможно, он с краном подойдет. Так, присоединить прицеп. Смотрите, ребята. Нам надо открывать компанию «Мостострой», блин. Смотрите, и вот мост у нас. Конечно, тому же нам его проще даже на эту сторону. На вот, все-таки, наверное, вот здесь направо переехать, да? Смотри, заезжаем на мост, который мы с вами построили. И спокойно, ребята, пересекаем. А?
тема-то рабочая, вы посмотрите. Все, спокойно переехали. Супер. Вообще супер. Да мы сейчас даже вот здесь прям на нем... Не, не в этот раз. Блин, это классно. Мы, да, мы вот здесь типа съезжали. Там такой поворот не очень комфортный. Вот, вот этот поворот очень опасный. И здоровенные вести прицепы, они вот здесь точно не пройдут. Точно не пройдут. Здесь, видите, вот у нас... У нас здесь узкая-то вот эта машина, еле-еле. Ну, как узкая, да? Ну, узкая. По сравнению с теми прицепами, реально узкая. Ну, давай. Давай, родной. Вот, а с прицепами здесь или их ронять надо будет, но, скорее всего, ехать надо будет низом. Поэтому я туда еще один мост все-таки тот попробую пригнать. И даже, наверное, не тот погоню, а который вот такой на колесах. Еще куплю сейчас. И отдельно его туда, ребята, пригоню, поставим. Пока у нас, потому что с магазином прицепов... Какая-то возникает непонятка. О, сбоку-то когда пролетаем? Слушайте, ну отлично. А распуск мы с вами нигде не видели на карте. Помните, нет? Я не помню. Все. И вот здесь мы наш этот генератор... Отцепляем. Кстати, он заправленный. А, заправить. Генератор маловато топлива, я вам скажу. Маловато топлива. Открепить прицеп. Этот КамАЗ нам будет не нужен. Но с топливом, ребята, не беда. Если у вас есть Геленваген. Вот такой вот дикий Геленваген вот этот. Нету топлива? Звони гелику вот этому. Шестиколесному. Заправить. Тулбокс. Генератор. Все, готово. Короче, ребята, мы с вами нормально прокатились. Ух ты, смотри, как у него подсветка, да? В следующей серии мы с вами, я попробую мост здесь провести, поставим мост дополнительно, отвезем сюда бревна короткие вот эти, и туда же я поеду, мне просто ехать туда, смотрите, за кирпичом вот и за тремя бочками с химикатами. И так как бочки с химикатами у нас все равно, вот здесь идет дорога. А, зачем? Нам же вот есть съезд в болоте. По болоту прокатиться. Нам даже туда и не надо будет ехать, да? Ну да. Ну, короче, придумаем, чем заняться. Пока есть еще чем позаниматься. Есть еще что интересного, ребята, посмотреть. Надеюсь, вам понравилось. Ваши пожелания, пожалуйста, в комментарии. Может, какую карту еще посоветуете. Машинки, моды и так далее. Всем желаю счастья, ребята, здоровья, до новых встреч, пока-пока, если не трудно, да, продавите лайк, если трудно, ну что ж, не продавливайте тогда, всем пока-пока.